Я надеюсь, что в этом году обязательно нас будет больше. Но это лишь в том случае, если вы позвоните и пригласите своих друзей, подруг, знакомых, соседей. Также не забывайте делать фотографии, размещать их в социальных сетях, ставить хэштег «Белесоба2019», а также ставить хэштег «Боржоми с характером», да, и мы выберем победителя, самую отлайканную фото, фотографию, фотокарточку. Мы наградим месячным таким большим-большим-большим набором питьевой минеральной воды «Боржоми». Так что дерзайте. Ну а сейчас, дорогие друзья, я скажу, что у нас готовится новый коллектив, новые артисты, которые уже выходили на эту сцену. Это фестивальный ансамбль грузинского танца. Я напоминаю, что коллективу уже почти 20 лет. Ансамбль выступает на многих концертах и фестивалях по всей Европе. И многие воспитанники ансамбля теперь являются участниками самых известных ансамблей Грузии. И сейчас они нам покажут зажигательный танец «Ача». Как? «Ача-рули»? «Ача-рули», говорят. «Ача-рули». Спасибо, встречайте.